Здравствуйте, я Дилиян, это ревью, и мы начинаем. Сегодня у нас в гостях Ашиматай и Арман Коныр проверят свои отношения перед свадьбой. Прыжок года. Ольга Рыпакова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира. Слово не Собчак. Ксения Анатольевна оскорбила половину девушек планеты. Тряси Хайра вместе с нами. Ревью забирает тебя на рок-фестиваль «Нашествие». Ксения Собчак опять нарвалась на скандал. Кто уж ее вдохновил на умную мысль в этот раз, но в инстаграме телеведущей появилась запись о личной неприязни к полным девушкам. Одной из первых отреагировала Анфиса Чехова. Ну а там, как говорится, понеслась. Я не люблю жирных людей, то есть я еще могу понять толстых по болезни, но остальных нет. Я никогда не понимала и уже, наверное, не пойму феномен попы без границ от Кардашьян. Но я рада, что в мире моды по-прежнему худоба – обязательное условие большого успеха. После поста ненависти в адрес пухлых девушек первый камень из огорода вернула Чехова, которая из своей фигуры всегда извлекала только пользу. Глисты – страшная вещь. Находясь в вашем организме, они влияют не только на пищеварение, но и на мышление, вызывают негативные мысли, вынуждают человека сквернословить, злиться и ненавидеть. Теперь добрая половина юзеров ополчилась против Ксении. Девушки активно выкладывают свои фото, демонстрируя формы. Хэштег «Сама ты жирная» уже набрал сумасшедшую популярность. Впрочем, не все обиделись на очередную выходку Собчак. Сохранять невозмутимость – вот их кредо. Если ты себя любишь, то это вообще не про тебя. Я не жирная, я красивая, да? Если ты себя не любишь и ты считаешь, что тебя оскорбили, ну иди и делай что-нибудь. Потому что помимо того, что в полноте, да, заложен какой-то процент нездоровье, и не каждая женщина жирная, потому что она тупая, ленивая, там, тюлениха. В самый разгар антисобчаковской акции в процесс вмешалась сама Ксения Анатольевна и призвала всех к спокойствию, просто мысли вслух. Короче, полюбите себя сами, не перекладывайте эту миссию ни на кого другого, и вам станет все равно, что о вас думает какая-то там Ксения Собчак. Поможет ли совет от Ксюши уменьшить страсти в соцсетях, увидим через день-другой. Хотя, судя по всему, девушкам так понравилось хвастать своими телами, что они и забыли уже для чего, собственно, они публикуются под этим хэштегом. Артем Обленко, Ирлан Абдуалиев, новости ревью. Удачи Ксении Собчак в ее разбирательствах, а вот наша казахстанка чуть весь Китай не перепрыгнула. Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова показала сногсшибательный результат в Пекине. После двухлетнего перерыва наша спортсменка смогла преодолеть длину в почти 15 метров. Рыпакова в упорной борьбе показала внушительный результат – 14 метров 77 сантиметров. Серебро у представительницы Израиля Ханны Князевой-Миненко, золото у колумбийки Катерины Имбаргуэн. Отметим, что Ольга вернулась из двухлетнего декретного отпуска и сейчас активно готовится к Олимпийским играм 2016. Я сегодня безумно счастлива, что удалось мне завоевать бронзовую медаль, потому что я, если честно, даже не надеялась. Очень сложные соревнования были для меня, потому что еще не полностью восстановилась после рождения моего сыночка. Но я безумно счастлива и теперь буду готовиться к Рио. Двукратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Илья Ильин установил новый мировой рекорд в толчке. Правда, увы, на тренировке. 250 килограммов он поднял без особых усилий. Тем самым Илья показал свою потрясающую форму и намекнул злым языкам, что готов к третьей олимпийской победе. Чемпион мира в среднем весе по версиям IBO и WBC казахстанский боксер Геннадий Головкин начал подготовку к бою с чемпионом IBF канадцем Давидом Лемье. Шумиха вокруг поединка нешуточная, фанаты уже делают свои ставки в букмекерских конторах. Напомним, что бой состоится 17 октября в Нью-Йорке. Зарина Диас возглавила список лучших теннисисток Азии. При этом в обновленном списке женской теннисной ассоциации 21-летняя спортсменка опустилась с 33-го на 34-е место. Однако это не помешало ей стать первой ракеткой Азии в рейтинге WTA. Артем Обленко, новости ревью. Теперь к событиям музыкальным. В эту субботу состоится самый масштабный фестиваль этого лета – «Нашествие 2015». Лучшие рок-коллективы Казахстана и России будут радовать твой мозг своими хитами и бешеной энергетикой. Чтобы выдержать столько драйва, готовиться нужно уже сейчас.
Действительно, чтобы весь день танцевать под лампы оркестра, петь громче всех под «Дельфина», «Кипелова» и «Слот» потребуются силы. 10 лет казахстанские любители рока копили энергию ради этого дня. Нашествие возвращается, и пощады не будет. Но я не собираюсь спорить с вами, мы просто играем в рок. Участники рок-феста уже сейчас репетируют целыми днями, а организаторы не спят ночами, чтобы 29 августа вы могли оторваться так, как никогда прежде. Мы группа «Лампы Оркестра». Мы приглашаем вас на нашествие. Будет очень весело. Приезжайте, ждем всех поддержать наших исполнителей. А теперь внимание! Готовь свои телефоны, чтобы дозвониться в редакцию программы «Ревью». Первый правильно ответивший и будет победителем. Знаете ли вы настоящую фамилию лидера группы «Пилот» Ильи Чорта? 244-88-33 – это номер, который уже набирают твои конкуренты. Жми на газ и опережай всех! Прервемся на рекламу, а далее вас ожидает. Помахали всем ручкой. Эд Ширан и Николь Шерзингер покидают сцену. Сегодня у нас в гостях Аша Матай и Арман Конер проверят свои отношения перед свадьбой. Это новости ревью, и мы продолжаем. Красотка Николь Шерзингер решила завязать. Со сцены, конечно же. Все, студия певицы закрыта на замок, концертные площадки плачут. Бросить шоу-бизнес решил и Эд Ширан. Артист нашел занятие поважнее, чем баллады исполнять. Причина и у Николь, и у Эда одна. Исполнители решили, что несколько месяцев фанаты смогут прожить и без их новинок, и стали волонтерами благотворительной организации. Теперь Шерзингер и Ширан будут делать мир чуточку лучше. Об убытках из-за творческой паузы артисты не задумываются. Еще одна часть голливудских холмов занята выяснением отношений. Дженнифер Гарнер, например, подумывает простить Бену Аффлеку измену. Сейчас супруги все свободное время стараются проводить с семьей, а над их проблемами работают сразу два семейных психолога. В общем, надежда на примирение есть. А вот Меган Фокс окончательно решила уйти от Брайана Остина Грина. Заявление на развод уже подано. Стало известно, что теперь актрисе придется выплачивать алименты бывшему супругу. Адвокаты Брайана заявили, что у актера проблемы со здоровьем, и из-за них он не может сниматься в кино. Джордж Клуни взорвал интернет, практически в прямом смысле. Актер стал тем самым другом, который вечно портит фотографии. Синди Кроуфорд хотела сделать трогательный снимок с мужем, а получилось вот такое изображение. Фотобомба Клуни уже разлетелась по всему интернету. Наверное, вторым по популярности в социальных сетях можно считать этот снимок. На нем видно, как воркует Сирена Уильямс и рэпер Дрейк. Слухи об отношениях спортсменки и артиста наконец-таки нашли свое подтверждение. Папарацци застукали парочку практически сразу после победы теннисистки в турнире WTA. Сабина Таргаева, новости ревью. Итак, у нас в гостях, мне кажется, сейчас самые обсуждаемые люди в стране. Это очень красивая пара Аша и Арман. Здравствуйте. Здравствуйте. Безумно рад видеть вас сегодня у нас в гостях. И, конечно же, прям спешу поздравить с таким знаменательным событием. Да, недавно был Кудалык, и вы уже сейчас прям активно готовитесь к свадьбе. Да, говоря о Кудалык, мы принесли с Арманом для вас special for Adelian. Давай, давай, класс. Это от нас, вам. Хорошо, и вот спасибо, шашу. Спасибо, спасибо большое. Это вот все было подарено. Классно, классно, да, спасибо. Подожди, у меня тоже есть подарок вам. Та-дам, та-дам-дам. Ага, не поздравляю, да? Открывай. Спасибо большое, можно? Конечно. Можно я разорву? Это что-то давай, у меня давай, давай, расстраивается. Давай. Тут интересно, что там внутри. Ага. Такая рамочки, да. Какую фотографию бы вы распечатали и поставили в эту рамочку? Именно ту, с которой у вас самые теплые воспоминания за тот период ваших отношений, встреч? Арман? Даже не знаю. Наверное, одну фотку вот. Ну, то место, где мы начали общаться близко, как бы появились какие-то чувства. Мурашки, это проект «Снах».
да, где мы участвовали. Согласна. И вот, наверное, с этого проекта что-нибудь можно было поставить. Вы такая красивая пара, но для меня вообще стало вот неожиданностью, что вы стали встречаться. Когда в первый раз ты увидела Армана, что ты подумала? Для меня мальчики из шоу-бизнеса, то есть мужчины, парни, да, для меня они ассоциировались только с тем, что они коллеги, они друзья, они братья, ну, вот в таком вот плане. И никогда вот я бы не могла подумать о том, что мы с Арманом можем быть вот, что я могу быть влюблена вот настолько, что буду готова посвятить ему всю свою жизнь. А у тебя? Мы познакомились где-то лет 6 назад, а я никогда не думал, что я когда-нибудь выберу девушку с творчества, шоу-бизнеса, спутницей своей жизни, потому что всем известно то, что творческие люди, они совсем непригодны к якобы семейной жизни. На самом деле. Какое заявление, так что, ага. Но пообщавшись с Сашей, я понял, что она не похожа на других девушек. И я сделал свой выбор и не жалею. А страшно было? Помимо Аши, там еще есть и папа, да, с таким очень строгим характером. Да еще плюс две тети, которых тоже знает сестра, не знаю. Баян и Син. Ты себя как ее называешь? Тетя Баян? Ну, пока никак. А кого больше боишься, Багым или Баян? Ну, на самом деле, их тоже я знаю очень давно, когда мы только начинали. И я не боюсь ни Баян, ни Багым. Отношусь с уважением. А какая Аша как невеста? Гладит ли она тебе там рубашечки, готовит ли завтрак? Да, в этом плане, да, очень... Я же говорю, я был приятно удивлен, когда мы начали близко общаться, потому что я заметил за ней именно вот такие, как у казахов любят говорить, харапаймдлых. Она, ей там вообще несложно убраться, там помыть посуду, там подмести. Так ты такая? Подмести, погладить рубашку и так далее. Мы сегодня, перед тем, как встретиться с вами, протестировали Ашу на одном приложении. Какая вы келинка? Давайте посмотрим, что из этого все получилось. Давайте. В социальных сетях очередное увлечение. Казахстанские девушки хвастаются перед подписчиками результатами теста на келинку. Раньше нужно было проходить испытания на семейную пригодность вживую перед будущей свекровью. Теперь же можно пройти тест в приложении и постить свой уровень, а то и скрин и нешки показать. Здесь также есть рецепты национальных блюд, словарь родственных связей и раздел «Секреты», в котором общаются келинки со всех регионов Казахстана. Накануне свадьбы по инициативе «Ревью» проверку телефона прошла и Аша Матай. Родственники твоего мужа разводят про тебя слухи. Твои действия – заплакать, отнестись спокойно, обидеться, либо разбираться со сплетницами. Я думаю, самое правильное отношение – это отнестись спокойно. По словам Аши, она всегда прекрасно справлялась с домашними заботами. О тонкостях жизни в статусе невестки знает с детства. Однако были вопросы, которые заставили певицу призадуматься. На вопрос, что такое жасау, Аша сначала промахнулась с ответом, а потом быстро наверстала упущенное. Кто открывает лицо невесты во время биташар? Самый уважаемый человек, отец жениха, ахын, мама жениха. Ну, у нас открывают ахын. О модном приложении у певицы сложилось двоякое мнение. Интересная забава, но в жизни от острых углов вряд ли спасет. Ему нужно, конечно же, становиться сначала келин, не тестировать себя по телефону, а все-таки проходить это вживую, в реальности. И тогда, конечно же, будет лучше. Но может быть и хорошее приложение, с другой стороны, потому что многие не знают, допустим, правильных ответов. Как ты думаешь? Какая она? Более южная, там, не знаю, ей 50%, еще не готова она стать келинкой. Ну, поскольку это мой выбор, я думаю, что она готова на все 100%, и она может быть любой, и южной, и северной, и западной. И знаешь, каков результат? Ты на самом деле не ошибся. 92% вы келинка для всего Казахстана. Поздравляю. Так, насчет Аши мы выяснили. Теперь я хочу все-таки узнать про твоего будущего супруга. Угу. А ты родом из Шымкента, да? Ты родился там? Да. И очень много бытует стереотипов о таких людях, которые вот выходцы из Южного Казахстана. Сейчас я буду задавать тебе вопросы, а ты вот попробуешь сказать, либо это так, либо это все просто стереотипы и ярлыки. Говорят, что шымкентские парни очень настойчивы. Согласна. Да, очень. Я, в принципе, тоже не уступала никогда, но Арман единственный мужчина, кому я хочу подчиняться, и без всяких, я думаю, каких-либо слов.
Прямо так он тебе может сказать. Ты не пойдешь на это выступление. Я не иду. Вау. Еще говорят, что они очень жуткие собственники и тотально контролируют своих девушек. Прячут твои смс-ки. Ты вообще ревнуешь? У него столько подписчиков в Инстаграме. Я не ревнивый, но когда мы начали встречаться, я немного начал ревновать. Не буду скрывать, потому что она все-таки девушка популярная на весь Казахстан. Я ей все правду сказал сразу, то что вот сейчас у меня вот такие-то планы, и ровно если мы еще год с тобой будем встречаться и не поругаемся и так далее, то через год мы поженимся. Сказав это, я больше не говорил никогда о свадьбе и так далее, и она ждала. Ну и последний вопрос. Когда свадьба? Свадьба будет 25 сентября. Конечно же, приглашаем. Да, я приду. Я на самом деле благодарю за то, что вы пришли. Я сейчас в очередной раз повторю, что вы безумно красивая пара. А так как вы смотрите друг на друга, это просто действительно настоящая любовь. Поздравляю. Спасибо. Обязательно большое. Приду к вам на свадьбу. Это была программа «Ревью». Увидимся завтра в 20:30.